как вы комментируете и потом перевираете, просто не хочется давать никаких комментариев. Ну, мы постараемся максимально объективно передать ваши слова. То есть то, что вы скажете, мы их перевирать не будем, в общем. Ну, что вы хотите услышать? Ну, хотела узнать, как проходит вот ваша голодовка, почему вы выбрали именно такой способ, собственно, и чего хотите добиться этим, тем, ну, своим вот этим. Хочу добиться, чтобы школу приняли. Дети не должны страдать. Угу. Из-за того, что власти таким образом решили расправиться со мной. Угу. А почему именно такой способ был выбран? Другого способа нет. Угу. В этом случае. Какой другой способ? Если после одной приемки, второй приемки, угу. после посещения третьей комиссии, я задаю вопросы, принята школа или нет, угу. мне ничего не говорят, и вдруг выкатывают еще замечания, угу. которых никто не слышал, не знал. Тем более, все то, что выкатили, это характерно для многих школ города Ульяновска. Угу. А школы, тем не менее, были приняты. А как вы вообще себя чувствуете? Я так правильно понимаю, что вы уже несколько дней, получается, находитесь в своей школе? 20 числа. И то есть вы даже, как сказать, не выходите оттуда, получается, с территории? Ну, с территории школы нет. Завтра вот только пойду на освидетельствование в поликлинику. Ага, а, то есть вы прям вот и ночуете в школе, правильно? Да, и ночую в школе тоже. Угу. А как вы себя вообще чувствуете? Вам, ну, состояние здоровья вам, мне кажется, это все равно сказывается. По-всякому. Угу. Поняла. И то есть вы будете угу. продолжать, пока... Да, пока мне не выдадут на руки подписанные угу. акты о приемке школы. А как вы думаете, это вообще, ну, произойдет? Предположительно, это произойдет завтра. Угу. Так, по крайней мере, говорил глава администрации Заволжского района. Угу. Завтра еще раз собирается рабочая группа на территории школы. Угу. Поняла. Ну, что я могу сказать? Спасибо вам большое за комментарий, но вы все равно как-то здоровье все-таки, наверное, важнее. Конечно. Ради детей что только не сделаешь. Ну, а, Людмила Петровна, а вот после такого отношения, как бы, в принципе, вы готовы продолжать работать там в этой структуре, там, с этими же людьми, грубо говоря? Я надеюсь, что все изменится. Угу. Поняла вас. Изменится отношения. Угу. Ну, посмотрим. В сентябре будет видно, собственно. Да. Поняла. Спасибо вам большое за комментарий. Угу. Всего доброго.